Смотрите, какой Лисюшка сварила супчик. Здесь котики. Это не супчик. А что это? Это похоже на супчик. Лесной напиток. Лесной напиток? Да. А что же он не в чашке, если это напиток? Ну, такие напитки в лесу просто. Такие. Ясно, это лесной напиток. Но мне очень похоже на суп с перловкой. И вот это вот котики напоминают перловку, это напоминает зелень. В супе. А как ты добилась того, что он непрозрачный? Что ты туда еще положила? Сейчас скажу, что я туда положила. Я положила туда листики, котики, шампунь и воду. А, тут шампунь еще, понятно. Теперь ясно, что он непрозрачный. Надо как-то аккуратно максимально будет это выливать. Хорошо, Снежку, на кроватке. Да, Снежулька? Мама, это тебе. Спасибо, зайка. А это папе. Лифчик. Ой, спасибо большое за лифчик. А зачем он папе дать? А? Поменяться подарками вам, или что? Не-не, просто скажи, зачем он папе? Поменяться вам. Чтобы маме подарить. И такая же лифчик. Мама, дарю тебе лифчик. Нет, спасибо, это не лифчик. Она сказала, чтобы я маме подарила. Да ладно, это сердечки, а никакой не лифчик. Забери. Тебе же нарисовали. Ну ладно. Давайте поиграем в достолки. Доча, посмотри, Мурочка спит. Снежулечка спит. И мы с тобой ляжем спать. Давай. Мама, я хочу достолки. Я ждала, терпела, так хотела. И каждый день прошу поиграть в гостолки, но у вас куча дел. Ладно, давай свои настолки. Я сейчас скажу, в какую гостолку я хочу поиграть первую, хорошо? Да. Кстати, Кость, видел, мне Алиса вчера подарила. Говорит, это Симба. Говорит, чтобы ты не сердилась, тебе нарисовала. Я что-то тогда на нее ругалась, я не помню, что она не убрала за собой. Так букву М пропустила, и получился Симба. Так, мы играем в привидений. А, у меня тоже такой был. У меня такой был. Ладно, Алиса первая. У тебя он точно есть? У тебя такого нету. Блин! Отдавай одного своего. Сейчас, подожди, я выберу, кого отдать. Давай. Отдаю вот этого, потому что я его этого? Не люблю в этой игре. Да. Вот так, если берешь, которого у тебя нету, потом одного отдаешь. Поэтому надо быть... Нет такого, я помню. Надо быть внимательным. Вот это ты так долго думал? Да. Капец. Я только думаю. У него же реакция старческая. Да! Я не успела. Тяну. У папы уже тянула, мам, поэтому у бабы потянула. Правильно, малая, поддерживай. Возьму вот это. В общем, кто... Так ты не себе его тянешь, Алис, а сюда. Кто накрывает летучих мышей, тот у другого забирает карточку. Блин, а у меня был такой. Я не уверена, что у меня был. А что накрывать? У меня нет. Ну, блин, ну потому что. У меня два осталось. Мурочка. Всегда, когда мы играем, приходит Мурочка. А, нет. У тебя нету так. Ага, конечно, есть. Нету. У меня нет. Мы с каким-то жирафом играем. У меня есть. Мне еще три собрать, чтобы выиграть. Да, моя любимая кошечка. Я люблю это привидение, потому что оно с моим любимым кошечкой. Ну, елки-палки. Я люблю папы потяну, потому что у мамы больше она выиграла. Ну и что, Алиса уже решила. Ладно, все-таки у мамы. Алиса, не меняют свои решения. У нее больше, смотри. Как она решила первый раз, так надо и делать. Пути. Давай. В общем, вот такая игра на реакцию. А, мне это тоже был нужен. Что я подумала, что он у меня есть? А? Есть. У тебя уже 5? Блин, у меня есть такое же. А, ничего страшного, отдаешь просто.
А у меня нет. А, у меня такой может, тоже уже есть. Карточки? Такой уже есть. Тебе не хватает этого с зонтиком? Мне, да, с зонтиком и еще такого головастика, и еще такого привидения. А что так, что так много? А, зонтиком есть, Алис. Да-да-да-да. Я сейчас посчитаю, сколько мне осталось. Так, раз, две два, тебе три. Осталось. Их же 7 должно быть. Так, блин, у меня есть такое. И у меня блина нету. А ты была первая. Отдавай одну свою. Сейчас выберу какую. Выбирай. Отдаю вот это чучело. О, супер, оно мне нужно. Вдруг выпадет. Мне не нужен такой. А мне такой уже есть. Лапу. Катя, хочешь с нами поиграть? Выиграть? Такого нет, тут нет. И у меня. Ни у кого нет. Катя, хочешь с нами потом поиграть? Блин, опять есть эта тыковка. У тебя же такого нету, Кость? Подбирается с мухобойкой. У меня нет такого. А у мамы? У меня такого Катя с нами. Был. Ну, хорошо. Катя, ты с нами хочешь? Тебе такое не нужен, да? Его выкидываю. У меня такое уже есть. Не, у меня уже есть просто один. Таких два, моя бутовка вообще, может, кто-то не побачит. А, ну смотрите внимательно, у кого такой да, свинец. А, у меня нет. У меня, тю! У меня. Зеватель. Блин, я не успела, реакция. А у меня нет такого. Нет, ну тогда. Вот, а давай. У меня такой уже есть. А у Кати нет. Давай, я думала. Блин! Да у тебя же есть как такой. Ну, есть, да. Ты что, чтобы Алисе не дать? У меня еще один со шляпой должен быть. Я его как вижу, шляпа. Ой, мама скоро выиграет. Ей осталось двое. Я говорю, у меня один остался, привидение осталось мне еще. Да, блин, папа. Опять я отдаю. Давай. Почему папа накрывает, что мне нужно? Причем ему это не нужно. А мне нужно. Папа растерялся. Почему папа накрывает? У тебя же есть такое. А больше стукнуть. Почему папа накрывает именно, что мне нужно, а не ему? Мне такое не нужно. Господи. Сейчас Катя выиграет. Да, папа! Да есть такой. У тебя. Так, почему папа убрать. Собирает мои вещи? Ты взяли с кем, не потребуй. А. Мне намазаю их всех. А может, я не хочу давать другим? Тогда в следующий раз будем твоего забирать. Нет, так это не по правилам. У меня есть такое же. Катя уже 4 собрала. Да, пришла позже всех. И у меня 4. Блин, а. Так у тебя нема таких. Это забирать у другого. Это Джокер. Ты чего? А чего в мене? Захотела. Какой ты Джокер? Это летучие мышки бонус. Ой, две вот еще. Ну, блин. Все? Я выиграла. Кто будет на 4-м месте, тот проиграл еще второе место и первое. Давайте, кто на 2-м. Блин, Катя забирает бонусы, а папа забирает мои вещи, которые есть. Спасибо, что хоть не у меня вытащил. Пожалуйста, Танечка. Мне уже 4. Мне не нужен. Никому не нужен? А, мы не мне не нужен. Я чего, я думала, что ему нужен. Ты же его направила. У меня есть такое. Да ладно, у папы развилась реакция. Видишь, ты тренируешь свою реакцию, быстроту реакции. Накрыл наполовинку, а потом бы сказал, я не накрыл, да, если бы не было? Мне не нужен такой. Первый раз вот это выпало. Блин! Опять? Все. Опять а, у него нет такой. Ну, мне нужен. Ну так, быстрее. Наконец-то! Ну почему папа забирает мои ягоды? Ну почему? Ладно, теперь треба забрати Валису. Блин, ні. Чекай, що ти забрала, який захотів? Яка разниця? У него 6. Чекай, який ти забрала? У мене 4. Ну,
почему Катя бонусы забирает? Я уже нагреться успел кучу. А, у меня есть такой. Полотенце. Мне остался... Мне осталось еще два. Тыковка и зонтик. Да блин, ну чего я их путаю? А что за тыковка? Тыковка, вот. Которую у нее Катя забрала. Что это? Блин, а у меня есть. Окей, я друга. Ее хоть бы я третья. Ну, нету, забирай у меня. Нету, выбираю у кого-нибудь. Играем. Нету. А кто тебе остался? Кошка? Зонтик. А. Кошка у меня уже есть. А папе кто остался? Мне? Малый. Блин, ну почему? Алиска. Ну зачем ты? Я проиграла. Лисюшенька, давай еще разок. Так, наконец-то добрались до шашлычков. Хворост, который дети собрали, Костя использует. А вдруг не хватит хвороста? Ну тогда надо еще собирать и здесь. Видеть. Здесь искать, ходить. Чёрт. Ого. Как ты это сделал? Силач. Я тоже попробую. Ну можно, найди себе палочку. Пойди там поищи в гараже, может еще есть. Я знаю, вот палочка. Сейчас как? Вот. Зачем? Две селись. Я даже вот так мою. Обычно сено. Чё? Я тоже так лагу. Это что, уголь? Уголь. И спички. Интересно. Да. Слушай, надо такую лавочку, как у твоей мамы, Кость, чтобы так присел на ней. Удобно. Сейчас будем греться у костра. Холодно, капец. Что вчера было холодно, что сегодня. Ты сильно близко, ты, Сереж. Двенадцать стульев. Сядем, мы будем греться. О, Батоша бежит погреться. Батончик. Батоша. Так, батон. Иди сюда, Лиза. Иди. Куда ты руками? Зато тепло. Где там Алиса? У бабушки сидит. Алиса, иди добиться! Зажги костер! Надо еще палочки собирать, да? Уже угли. А угля хватит? Вон еще мешок купил. А. Тогда точно хватит. Патрик, Патрик. Давай. Костер. Садись. Костер. Осторожненько. Садись. Подарила сейчас. Что тебе бабушка подарила? Сюда можно что-то положить. Ух ты, сумочка такая, да? Это мне бабушка подарила такую металлическую сумочку. Ой-ой-ой-ой, искры летят. Боже мой. Вау. Можно погреть ручки. Еще угля. Это будет вообще уже пожар еще угля. Да не, пожар не будет. По-моему, сейчас все потухнет. Перекидал ты угля. Сейчас будем раздувать. Я все еще не буду.
Я помню. О, лимон уже хочет свое новое дерево. Вот стоит для него дерево, а вот и сам лимоша. Привет, пацан. Ты пытаешься открыть? Умный же. О, еще один пацан. Привет. Да ты тут уже живешь в этом домике, да, Петюня? Петюня. Высовывается, высовывается. Так холодно, что даже костер не хочет гореть. Да горит он, все нормально. Да? Внутри бывает. Какой смешной пухляшок, я не могу. Он достает дерево лапами. Оно ему очень понравилось. Оно, видно, вкусно пахнет, но это же яблоня. Достает лапами и что-то там жует. Кору от дерева. Лимоська. Ничего, моська. Так, тебе дерево понравилось. Кость, он его прям ест. Достает кусочками. Представляешь? Лимош. Ну, надо насыпать покушать утром. Да, лимош. А то он у тебя голодный. Понятно, что он дерево ест. Да не, утром у него еще голод. Да я шучу. Чего? Укуси его за нос, давай. Как меня за палец. Лимош. Красавчик. Да, то есть пончик. Ого, дерево. Да, это яблоня. Прям с корнем? Да. Но тут даже не вкопаешь там линолеум. Лимоха, тебе будем сажать дерево. Лимошка. Никто лимон тебя не боится. Ну, как сказать. Ты бачила, он по... мене доторкнув. У тебя ногти. Потом понюхав свою лапу. Ты видела это только что? У тебя ногти красивые, понимаешь? Ага, блестят, да? Да. Одну руку старила, пока кухню мыла. Что, мои хочешь руки понюхать? Глянь, сидит как. У меня некрасивые. Неинтересно. Лимоша. Лимося. Высел. Вылез. Дерево изучает. Это яблоня. Мы тебе лимон еще дерево привезли. А ему, кстати, это дерево даже лучше, чем то будет, потому что оно толще. Ой, сейчас поцелуются. Боюсь, сейчас я вкусно. Поедемо в этот. Да-да-да, травмпункт. Сегодня Катя секатором это дерево обрубывала, я тоже боялась, чтобы в травмпункт не поехать. Что, лисишь? Не хочу, чтобы мама больше боялась. Я очень злюсь на маму, что она злится на меня. Сильнее! Сильнее! Достану до дерева! Еще! И еще! Злюсь на маму, потому что она злится на меня. Ваня, какая я злая! Нет, я тебя боюсь. О, лимон! Лимон тебя зарычал. Раскричи, что мама взволновалась. Ты хочешь, чтобы я волновалась? Или чтобы не злилась. Так я не злюсь. Чтобы испугалась, и потом была добрая. Нет. Алис, я бываю добрая, когда взволнуюсь. Да. Ты теперь туда не залезешь. Залезу. Увидишь. Все. Увидишь. Вот, залезу. Ну, рискованная девочка. Да, она ты сейчас лег... ногами как ударишься. Видишь, легких путей не ищет. Да-да. Надо хоть это поубирать. Еще. И там следи за огоньком, чтобы не погас. Лансер, залезь так высоко, что мама взломается. Лансер, залезь так высоко, что мама будет волноваться. Все, смотри. Мама, класс. Ты начнешь волноваться, что ты стоишь улыбаться? Жалко, лестница короткая, да? Вот бы повыше. Начни волноваться, она говорит, вот бы лестница повыше. Я слышу. Надо мне до неба добраться. Алис, нам же надо. Или на крышу. Алис, моя мама всегда в детстве моя идет куда? На горке. Научи, научи. Лина, не испугалась. Фланце. О, оно, да. Прикольно. Это еще Алиса летом научила. Она хочет
Меня забирай домой. Не, я не хочу, я сама пойду домой. Нет, не пойдем. Все, я тоже домой. Я с тобой тогда домой. А кто же будет за огнем следить, Сереж? Тебя же дядя Костя оставил следить. Даже Мира не гуляет, так холодно. Маринад какой-то хороший, вкусно пахнет. Так тепло, что даже Сережа разделся. Что это такое? Ты что это без шапки? Тут мужики. Мы с Алисой домой пошли. А мужики тут сами сидят. И Батон с ними тоже мужик. Бывший. Бывший мужик. Тепло? Да. Весь дым на тебя. Да, дым на будешь тебя. Будешь как копченая русалка. Это ты копченая русалка? Копченый? Да. Принц копченый. Я запомню. Сюшка, чтобы дым на тебя не шел, надо встать с той стороны, где Сережа. Можешь взять, пожалуйста, тут эти штуки, некоторые, они так поливы, липовые, сначала сидят, я очень пустые. Любишь костры, Сережка? Да. Прям видно по тебе. Аж млеет. И я, мама. И ты. И тебе нравится. Видишь, какие шашлычки папа сделал. Красиво. Вкусные, наверное. Попробуем. Я уже пришла звать Надю, а у Данте надулось ушко. И я Надю уговорила позвонить в ветклинику, хотя она уже закрыта. Но они принимают иногда. Вот когда закрыто, мы уже знаем одну хорошую ветклинику. И он сказал, ну, подвозите, сейчас я посмотрю. Вот, так что Надя сейчас с Костей сгоняет быстро. Данте покажет. Ну, реально, ушко так надулось. Там, наверное, гной в ухе. Ну, похоже, что он подрался с котами дома и так вот надуло. Боже, я не могу твоего Костю найти. Да. Маленький. Да. Ты, хочу ты. Ушко показать, им бегать. Вот это ухо напухло. Вот мое с этой ушко. Стороны. И такое красное. Алло, Костя. Надюша, а что у Даши за соревнования? В школе? Да, волейбол. А, прикольно. Ой, она хоть звонит, что там? Она це, як сказать. Она, короче, уболевает или на замене. Если кто-то это, понятно. То она типа на замене. Джесси, мы остаемся, Джесси. Пошли, пошли нюхать шашлык. Что такое? Я думаю, это у Нади. Что, маму потеряла? Не знала, где мама? Что, его кто-то прокусил уже? Да нет. А надуть пытались? Попробуй поддуть. Петя, иди к нам. Петя, Петюня. Петька. А. Ты что, кататься надумала? Да, кататься. Ну подожди, сейчас Надя выйдет. Хорошо, а папа? Папа дома. Я говорю, а папа выйдет? Не, папа не будет выезжать. Придется кататься за его машиной. Алис, ты подожди, пока Надя выйдет. Так, ну ждем, пока они вернутся. Скорее Слушай, всего, если... И Настю ждем. Ну, врач сказал, что он сегодня глянет. Если нужна операция, Данте, то... Съешь кусочек, съешь. Смотрит, вилки текут, смотри. Вилку возьми, вилку. То, короче, это на завтра назначат операцию, Данте, если надо там чистить ухо от гноя. Мира очень хочет, по-моему, попробовать. Так, смирненько сидит. Послушненько, не лезет. Мируся. А Дашка дома? Даша на волейболе на соревнованиях. Школьных? Так? Да, да, школьных. Настя приехала. Тут же комплименты от ресторанчика дала здесь.
Ух ты, надо же, комплимент від закладу. Папа, только никуда не уйди, бо я любила колбасу. Хорошо? Это твоя колбаса на стол пошла, которую Лиса себе покупала, Костя. А что ты-то не купил? Я купил, тоже палка там есть, нарезать. Томаты нарезать. Можно я поем до того, как высядываю? Я всем ранку поснедала, и я сейчас такая голодна. Ну так ешь, тебе Катя утром предлагала, помнишь? Так я гречку. Не. Так, в общем, Настя нам вкусняшек из Бубы привезла. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь. Я думаю, это овощи-гриль. А нет, шашлык из курки. Ты, до речи, не пицца, Настя. А что это? А, да? Шашлык из курицы. Вот это я понимаю. То тортик подарят, то какую-то благодарность от заведения. О, как красиво. Шашлык куриный. Ну, твой тоже, Костя, красивый. На, кушай. Я овощи хочу. Овощи гриль мы взяли и шашлык куриный. Это просто идеальный комбо, я не знаю. Блин, там надо, чтобы Наде звонок не пропустить, чтобы я делал. Да. А где твой телефон? Что? Мой телефон на этом. Да, Надя повезла собаку к ветеринару, ухо у него напухло. Да. А денег нет. Так, сейчас будут вот такие вкуснячие бутербродики. Это мы застолье такое в честь приезда брата устроили. Шашлычки. Ну да, он приехал на 10 дней, но многих и так не отпускают. Это еще очень сильно повезло. Потому что мы думали, что его не отпустят. А ему подписали. Смачно. Я думала, смачного сейчас скажешь. Ну, смачного. Дякую. Хачапури закрою, чтобы оно не остыло. Ты тогда с братом его съешь, да? Вы же такое любите. Да. А мы надеете. Хачапури я люблю. Уже все тут поджевывают. Не могут дождаться. Катя не поджевывает, просто тарелочку оформила себе и ждет. А мы с Настей, честно признаемся, немного поели. Прикольно. Да, мне, кстати, в Телеграме написали, что тебе надо на шеф-мастера этого. Красиво оформляешь тарелки. Передаю, Катя. Раньше мне такое писали. Бачу, я поймала цветную капусту вчера. Были. Вот 8 марта завтра будет Данте операция. Ты там будешь сидеть его? Не, я вообще не буду сидеть. В смысле? Так я уже наелась, я только бутер съем. Я тоже. Ну ты сиди. А что это? Что за двойные стандарты? Мы ждем, мы ждем, мы ждем, мы ждем, мы ждем. Ура! Пришли. Пришла бабушка с батоном. Батон еще на столе есть. Так, пришла Надюша. Рассказывай, что там с Данте. Говорит, такое ощущение, говорит, что это вы у него живете. Ну, потому что он совсем непослушный. Характер. А что за операция? Там гной чи что? Да. А говорит, просто надо ухо разрезать. То же самое, что мы все вашему кому? К Мане делали. Да, то же самое. Але в ней був неглибокий нарваз, Сереж, так, на докторах. Це я так сіла між зубами, да? Ну да. Я ж тебе теж рівку. Та я не буду. А чого? Ну я на таблеточках. Тепер вже все. Я пишу вам не компаньон. А що, там нельзя, да? Що таке? Зачаровано. Ні, так і за нього тепер я нікуди не поїду. Скоріше всього. Я как-то маме попробую сидеть. Она в ну, это, мы его можем к себе забрать после операции? Но я ж не умею за такими собаками ухаживать. Даша останется. Так, все. Давайте кушать. И не будем сейчас о грустном. Операция завтра, я уверена. Да, Мира у нас, да, такая все время злая, но когда дело касается еды, она становится резко добрая. Да, такая умная, видишь, села, место заняла. Она готова кушать. А можно сказать, Миша? Давайте, разбирайте. Бутеры, все разбирайте по тарелкам. Дивіться, вот тут мы взяли вот этот куриный шашлык. Вот это все? Я не буду все равно. Куриный кроме можно. Воды ничего куриный не буду. Можно. Я за 3 часа до сна уже не ем. Смотри, какой красивый браслет. Подарила мне, не подарила, а просто подошла, одела мне браслетку, поцеловала меня в щечку. У тебя есть? Подняла Надя настроение. Да, я успокоилась. Вот я сильно. Дети наелись, играют. У тебя есть? Вкусная еда. А курица еще теплая вроде бы.
Дашульки возьмете тогда? Дашулька где-то ушла с друзьями. У тебя есть... Я тебя есть? Ну, помилуй там, которые нас окружают со всех сторон. Взяли в окружение и не отпускают. Это кто? Я чисто буду. Спасибо, мы за вас. Испуга. Так, мы раздали карточки. Смотрите, кто у нас есть кто. У Алисы сложная, у Сережи легкая, а у меня я не знаю кто. В общем, эти игры, что мы сейчас покупаем, они очень бюджетные, дешево стоят и достаточно хорошо сделаны, я вам скажу. Ну, нормально вообще пропечатаны карточки, я им не сказала бы, что как-то не так. Так, ну что, кто теперь начинает? Давайте, кто выиграл, кто у нас выиграл? Сережа, начинай. Я стул. Ты стул? Нет. Ладно. Так, я спрашиваю. Я живая? Да. Я живой? Да. Да. Алис, ты спрашиваешь? Мама. А? Я животное? Нет. Ну, Сережка? Я тяжелый? Тяжелый? Нет. Так, я живая. Я человек? Нет. Нет. Я животное? Нет. Нет. Алис, ты спрашиваешь? Я человек? Мы же говорили, что ты не живая. А. Так сложно догадаться, что я не живая. Я мертвая бабочка. Если это не живое, это не обязательно мертвый кто-то. Это может быть вещь какая-то. А, вещь? Ну да. А я думала, мертвая бабушка. Например, вот как стиральная машинка, или там игра настольная. Ого. Или кровать, или стул, все что угодно. Я стул? Нет. Я делаю шум. Делаешь шум? Нет. Так, я живая, я человек. Это профессия? Ты не человек. А, я не человек. Я насекомое? Нет. Я профессия? Да. Я есть у нас дома? Да. О! Сереж. Я предмет? Нет. Я животное? Да. Так, профессия. Профессия связана с искусством? Нет. Нет. Алис. Ты какой-то предмет, который есть у нас дома. Я предмет, который есть у нас дома в этой комнате. Ой, он в разных комнатах лежит. То там, то там, то там. А он в этой комнате сейчас? Сейчас нет. Я человек? Нет. Нет. Я не помню, вы сказали, я животное, да? Я в лесу живу? Да. Да. Угу. Так, профессия. Профессия рабочая? Нет. Нет. Алис, ты спрашиваешь? Это в папиной комнате? Нет. Я девочка? Да не знаю, может быть, как девочка, так и мальчик. Нет, нет, нет. Нет, так и ну, может быть, и девочка, и мальчик, откуда мы знаем. А-а-а. Так, теперь я. Так, я олень? Да. Олень. А-а-а. Такую карточку просто видела. Так, у меня все профессии перебираю. Угу. Я врач? Нет. Теря. Давай. Я в Катиной комнате? Нет. Алиса все выясняет, в какой на комнате. Сережа. Я... Ну, Чего? Я ползаю. Ползаешь. Кость, да. Моя профессия связана с транспортными средствами? Нет. Нет. Алис, давай. Я в детской? Нет. Я червяк? Нет. Нет. Кость. Так. Профессия... Связано с готовкой пищи? Нет. Алис? Я на кухне? Сейчас да. О. Ну, вообще бываешь в разных комнатах. Я павук? Нет.
Так, значит, нерабочий. С транспортом не связано. С лечением людей не связано, не врач. Вообще связано с техникой какой-то? Нет. Нет. Алис, давай теперь ты. Я хлопья? Хлопья? Мы же сказали, что ты предмет, а хлопья это еда. Нет, хорошо. Я кран воды. Кран воды? Нет, ты не кран воды. Так, я гусеница? Нет. Да ну. А то и все долго угадываете. Ну, я уже гасить типа профессии еще бывают. Не искусство, а нет. Можно я дам подсказку? Нет, конечно, сразу угадаю. Моя профессия связана с изготовлением чего-то? Нет. Алис? Мам. Ты предмет, который на кухне, но бывает в разных комнатах. И в эту забирали комнату. Ты можешь еще спрашивать, а для чего этот предмет, не, ну вот, допустим? Не, она не может, только да, нет. Ну вот, например, ты говоришь, я кран. Ну у нас же вот в зале крана нет, а мы в зал этот предмет забирали с кухни. Подумай, какой ты можешь быть предмет, который может понадобиться во всех комнатах. Что же это могло бы быть? Я тумбочка сладостей. Тумбочка со сладостями нет. Тоже надо такое придумать. Я сороконожка? Нет. Я сдаю. Профессия моя связана со спортом? Да, наконец-то, да. Да. А сейчас не твоя очередь, Алис. Давай, у тебя еще есть шанс обыграть папу, потому что он точно угадает на следующий раз. Хорошо. Думай, голова. Это вещь на кухне, но она не для кухни, а для всех комнат. Просто она там стоит. Что же это? Напрягай мозг. Подсказки несём. Хочешь, дай свою карточку, пройдись по кухне, посмотри, что там есть. Ага. Так, чтобы ты не увидела карточку. И подумай. Иди. Можно с кухни взять и использовать здесь и в других комнатах. А я вам пока покажу, что у меня тут еще есть. Я заказала такой рабочий зошит. Это рабочая тетрадь. Зошит – это тетрадь. Для 5-6 лет написана математика. Готовимся к школе. Для дошкольников, в общем. И заказала вот такой вот еще. Вот такую тетрадку. Тоже для дошкольников. 365 дней до школы. Это такое же, как нам английский говорили покупать на курсы. Это я заказала сама. Ну, вот в свою домашнюю школу играть. Вот. И игры тоже такие вот. Вот лото математика. Я решила, что к математике тоже надо подходить играючись, а не только к другим наукам. Вот кто-то спадки хочет. Сережа зевает уже. Вот такая есть карточная игра «Первая математика». Сейчас, кстати, ее открою. Мне кажется, что придумала. Это думаешь, она? Ты пшикалка? Ну не пшикай же, нет. Карточки сейчас. Нет, Алис, не угадала. Сережа сдается. Черепаха. Ползает. Ты футболист? Да, ты футболист. Да. Взрослые выиграли у детей. Ну, кстати, риск тут есть травмы получать. Что вы мне сначала сказали? Что? Ой, да ладно, прям такой риск. Да, лежат и с переломами. И с ну, не сильный риск. Всё. Ну что, Алис, будешь смотреть, кто ты? Да. Пылесос. Короче, тут игра какая-то прикольная, потому что, во-первых, тут примеры большие, вот 10 плюс 9. Вот тут даже умножение есть, ёлки-палки. И здесь как-то надо еще запоминать, что нарисовано, а потом как-то переворачивать, отвечать на вопросы. Очень интересно, какая-то игра, потом посмотрим.